Всем ДВС, друзья, меня зовут Сергей Лав, и сегодня мы с Сишком и Вакотом продолжим играть в Space Engineers. Почему Сишок всегда раньше, чем Вакот? Что за дискриминация, да? Чур, в следующий раз Вакот будет первым, перед Сишком. Все, ладно, застал бы. Хорошо. В следующий раз просто я приветствоваться буду. Да, тогда я буду на последнем месте уже, точно. Нет, но Вакот будет перед Сишком, я скажу, что это что-то Вакот, Сергей и Сишок. Кстати, что тебе там нужно? Давай мы привезем. А где ты вообще? Покачиваю шляпу. Мне нужна конвейерная труба маленькая. То есть один мотор, один строительный компонент и одна пластина. Дублируем здесь. Ну, короче, по 20 штук каждый привезите и все. Ну я привез то, что там было. Но там я на самом деле пластины, построил. Пластины, моторы, и что еще? А посмотрите, Г нажмите. Что тебе, на колесо? Именно? Нет, на колесо. Вот я сейчас несу на колесо, но на самом деле там другие нужны. Тебе на что нужно-то? Ну, начнем с того, что мне нужно. Так, я сборов, да? Я построил для двигателей. Вот сейчас я добавил двигатели, будем настраивать двигатели. Детали для двигателей. Все, добавил. Так, детали для колес я еще принес. Давай, ставь колеса. Нужно достроить сначала, потом строить. Ну, двигатели, да, я достраиваю. Сейчас поставишь колеса. Там, по идее, ресурсов должно хватать. Так, почему-то он... Блин, что за херня? Почему-то колеса против, чтобы их ставили. Вот, не, потому что видишь, тут недостроен, на самом деле, другая часть. Ее надо отдельно как-то построить вот так. Вот, видишь? А, все равно ничего не поменялось. Почему? Я не знаю почему. Потому что так ему нравится. Потому что там мешает, блин, видишь? Ну блин, а что мы без этого? Как, мы не можем по-другому. Ну ладно, сейчас уберем вот эту штуку. Убери эти блоки. Так. Кабина мешает. Ну что? Не знаю, что сказать. Так, ладно, я захватил ресурсы, вроде бы все, которые еще нужны. Сейчас их куда-нибудь повставляю, если их не хватает. Один блок, да, ставь. Так, да? Да, да, да. Черт, опять я провалился. Сейчас мы его достроим. Давай сделай с другой стороны, сейчас попробую тут. Я движок сейчас доделаю. Мне как раз, я же его разобрал, поэтому мне его достроить легче. Блин, вот у меня привычка ставить. Блин. Убрать те вещи, которые нужны, и ставить другие, которые нужны. Короче, херня получается. Во, видишь? Так. Ну как-то он... Какие-то квадратные колеса. Да, я не принес только маленьких трубочек и компьютеров. Слышь, чувак. Не режь. Что, не нравится? Мне кажется, нужно поднять на одну. Почему? Кого понять? Вообще ничего не варить? Колесо нужно поднять. Зачем? Потому что у нас будет слишком большой простой, он будет все время вверх копать. Ну если что, потом переставим. То есть поднять намного, точнее спустить намного тяжелее. Бери колесо, короче, да. Запей. Ну я понял. Под чего ты сделал, что спустить это тяжелее? Это как пересолить. Точнее лучше не досолить, чем пересолить. То есть спустить мы в любом случае сможем. А вот... Все, забей. Поднять, когда построим корабль, мы уже не сможем. Ну если что-то отрезать какие-то блоки. Так, с 8, сейчас. Блин. Ну и неплохо так вложился. Так, ты чё? Достраиваем. Сварщики, опять симулятор сварщика. Ну да, типичное занятие. Блин, у меня такая сварка, что у меня вообще просто весь экран белый. Я думаю, это не сварки. Почему они не круглые? Каркас так увидел. Две пары колес будут. Почему там металлических решеток? А ты думаешь, Вакот? А их не надо ближе ставить? Какого хрена они крутятся? Вперед. У меня одного, он шатается. Да, его затрясло, и он колеса начал накрутить. Разгоняются колеса. Реактор построен. Ему, походу, нравится. Похоже, да. Он уже хочет свалить отсюда. Нужно же хоть что-то достроить, чтобы у нас была хоть одна панель, которая управляем. Что нужно выключить роторы. А чё они разогнались-то реально? Достройте один бур. О, они покруглели даже. Нагрелись.
Бурда строить. Космические могли... ветра. Космические. Чем бурда строить-то? Чтобы мы могли войти в настройки. Все, можно дальше не строить. Сейчас я выключу двигатель. Достроил уже. Я не могу даже... А, не могу, потому что нужны строительные компоненты. Чего же его как трясет, когда они крутятся? Да, да ты их не включай, ты их выключи. По-моему, ты их только разогнал. Хрена себе ща он. Ты как рванет тут. Все, вот тормоза включи. Все, отлично, молодец. Только все равно, меня все равно трясет. Это не из-за колес. Это... Я сейчас, наверное, сохраню, и у меня есть очень глупая, никому не нужная мысль, но я все-таки... Отломить слышу. Ножку? Да. Вот он начнет дрейфовать. Ты был прав. А теперь, ребятушки, что я вам хочу сказать? Мы должны успеть достроить... Это была одна из самых глупых вещей, которые я совершил. Нужно успеть построить мотор, реактор, ножку, да? Держите, сейчас Олис подтащу. И нет, а такой херни не спасала Олис. Это еще телега какая-то, блин, наделанная. Взял, отпустил в космос ее. Так, где она? Мне кажется, колеса надо чуть ближе к кабине, чтобы нос не перевешивал. Четыре буры будут, мне кажется, перевешивать конструкцию. Сзади сделаем какие-то проекты. Так, говорите, сколько близко. Чего? Скажете вы, я просто не вижу снизу, поэтому вы, говорится, мои глаза снизу. Сейчас, подожди. Так, ниже. Вот сейчас просто не вперед немножко. Вперед. Ниже. Цепляй. Что? Цепляй. Все. Все зафиксировано. Хорош. Где можем... Так, там нужны маленькие трубы, еще что-то. Много. Что мы делаем? Решетки и строительные компоненты я сейчас привезу. Так, компьютеры, трубы, пластинки даже, не хватает пластинок. Так, что нам еще нужно, так это конвейеры. Конвейеры просто или трубы конвейерные? Да сейчас я... Наверное, нужно и конвейеры, и трубы. Насколько я вижу, тут Сергей начал строить конвейеры, да? Не, я не заказывал. Так, ну для конвейеров единственное, что нужно сейчас, это строительные компоненты, поэтому... Все плевать, можно строить строительный компонент. А ты, кстати, заказал тогда 200 штук их? Нет. Не заказал? Надо поставить, чтобы они произвелись. Нет. Для этого не хватает, знаете что? Вы не угадаете. Чего? Железо. Чистительный завод. Такс. Все, отлично, пошел процесс. Так, с инвентарь, строительные компоненты, тут у меня лишние какие-то детальки. Тут сегодня чемоданы производятся с трубами с большими. О, смотри, сколько строительных компонентов-то. Так, сейчас секундочку. Что там еще нужно? А решетки нужны. Вот. Мало, слишком много, знаете что, слишком много моторов и мало решеток. Вот, отлично. Ну, все, я иду. Металл гриды прихвачу. Вот так, вот а там чем? Как начинать? Моргает. Так, конвейер 1. Конвейер 2. Вот кто так хотел конвейер принести. Блин, большая труба. Да что ты там все занято чемоданами производством. Где конвейеры-то? Где строить их? Что ты ломаешь? Я уже строю. Блин, у меня нет просто этих. Просто пластины есть? У меня пластины, есть пластины. Да. Подожди, вот поставь. Поменялись названия. Были эти. Нет, оперативные. Нет, вот это можете карьерные. Не. Вот это сейчас можете не делать, ребят. Я думал, это конвейер. Тут будет труба из конвейера. Между этими двумя точками должна быть конвейерная труба. Серег, больших труб нет? Больших нету. Блин, не, привезли, по-моему, больших труб. Моторчики, строительные материалы, вот эти чемоданы. Да, это у меня тоже есть, вот больших труб. Блин.
Ладно, я сейчас дострою эти конвейеры. Моторы нужны. Мотор Пусть... есть? Мотор Кип... есть у меня. Добавь в другой конвейер. С этой стороны и в эти в буры. Я в буры вроде добавил. Пластинки есть? Но не все, не во все, по крайней мере. Есть, есть пластинки. Где? Куда добавить? Смотрите, нужно поставить вот сейчас. Вот сюда конвейер. Хотя бы его за зародышки, скажем так. Да я понял. Ух, бля! Я забыл. Амаль там матерился. Так, мне кажется, нужно спасать эту штучку. Ладно, эту хрень кидай. Так. Что ты сделал вообще? Отрезал. Где она? Куда она улетела? Надо другой корабль взять. Дрейфует к этому, к астероиду. Блин, вот ты инженер. Я не вижу, где она? Да она к астероиду, на астероид падает. Блин, ты сказал про астероид. Знаешь, куда астероида? Снизу который, блин. Точнее говорить. Да ты должен ее видеть. Снизу. А, вон. Только не скажи мне, что в космосе нет низа и верха. Тебе это нужно говорить? Ну блин, ну у нас в нашей станции, по крайней мере, он есть. Поэтому снизу. Смотри. Вот ты. Блин, она сейчас прилетит быстро. Сейчас хрен ее поймаешь, она, блин, крутится, вертится. Ну хоть сейчас что-нибудь ее присоси. Я. Во. Нифига. Блин, проще было бы уже построить, разбирать ее, построить заново. Так я же остановись сначала. Да можно на ходу ее распилить. Разберу сейчас на ходу. Но это тоже гемор, тот еще. Блин, я просто не вижу. Снизу, мне очень трудно ориентироваться. А у меня тоже... места нет. Ну, не разбирайте, сейчас остановим. Сейчас к моменту, когда ты ее остановишь, мы ее уже разберем. Вот чуть вперед и вниз. И давай. Блин, еще ниже. Ниже. Вперед, цепляй. Да блин, не, уже все. Вперед, просто вперед. Ай. Да она не. Что за. Потому что она движется. Блин. Может реально мы ее быстрее распилим втроем просто? Вы распиливаете пока. А я. Места нет. У меня заканчивается энергия в скафандре. И вообще, Камаль, сегодня не твой день. Да. Случай, что этот? Что слон? Короче, добавляю все эти вещи в первый контейнер. Хорошо. Везунчик, блядь. Кстати, я здесь вижу, что творится в конвейерах на базе. Блин, нужен. Конечно, у нас же все одно и то же. Ну, правильно. Так. С энергию восстановлю. Кстати, ребята, вы подлетите обратно, сейчас потому что вы ее не найдете в ту сторону. Да все, забейте. Потом не найдете. Блин, ну спасибо. Хуже еще, да? Убил. Все ресурсы, которые я там отковырял, все потеряно. Так, сейчас ее попробую отправить обратно на базу. Толкачом. Да. Я, пожалуй, подержусь на дистанции, пока там будет происходить эта операция. Да, блин, ты мучаешься с этим маленьким куском говна. Это маленький кусок говна довольно... Много занял у нас времени. Да ладно, побольше времени займет его. Его спасение, да? Ай. Чем тебе не ключи? Давай я сейчас рядом с ним буду дрейфовать и пилить его потихонечку. Давай, пили самое дорогое, что то можно напилить. То есть... Ну, колеса. Буры. 5. Так, блин, никак не посчитаю. Раз. Илю. Три. Кто меня толкнул-то? Камаль. 4. Я тебя не толкал. О, как раз. Да ё-моё, давай!
Давай, детка, она от меня. Кабину еще нужно спилить. Сейчас. Я кабину почти спилил, между прочим. И один бур. Одного бура вообще нет уже. И колеса более дорогие. А, сейчас Олес чуть не спилил. Да блин, остановись ты. Блин, ты ее разогнал сильнее. Камаль-то только. Да блин, какого хрена? Могу. Да уйди ты отсюда вообще. Я пытаюсь ее остановить, подожди. Блин, как так? Все, остановился вроде. Тут самое дорогое, наверное, моторы. Моторы, колеса. Которые достроены, блин. Кстати. Камаль. Хорош ее толкать-то. Вот. Сломал бурбин. Только моторы маленькие, их хрен распилишь. Да. Все, пусть улетает. Садись, подвезу. Сейчас, подожди. Даем. Давай. А что? Резанул немножко Олис. Заметил таки. Ау, что так глючит? Что это такое вообще? Ты глючишь? Да, когда в корабле, мне не показывают, что я глючу. То есть, вполне возможно, что я глючу, но этого не знаю. Ну, глючу я, на самом деле. Что синхронизации нет с тобой. Ладно, я выйду, а то у меня глюч шлем. Так. Уже продолжаем строить этих двух. Не, не продолжаем, начинаем. Заново. Нет, вот же есть уже чуть-чуть построено. Да, и мне кажется, нужно прицеплять все-таки. Да не надо прицеплять. Опять как-нибудь толкнем, блин, и потом будем. Мы не толкнули, я случайно отцепил. Ты блок соединяющий сломал. Да. И он развалился. Если ее так толкнуть, она не уедет? Нет. Почему? Интересно. Блять, надо проверить, конечно. Ты прав. Ну я проверил. Не, руками нельзя, по-моему, толкнуть никакой блок. Можно. Можно? Это ж маленький корабль. Вот, я проверил. Обычно толкается только свое лицо. Так. Скажи, когда подцепить. Ну, цепляй. Ниже, еще ниже. Ты посередине встал. Цепляй, все. Достраивать ее или? Да, достраивай. Тогда давай сначала достроим самый главный блок, который держит, считай. Ты их сейчас пилишь опять. А, нет, все. Так, теперь мне нужно два конвейера трубчастых. Сейчас я возьму ресурсы, которые тут оставил. Будет тебе конвейер. Там есть ресурсы или надо везти? Да есть тут. Такая. Фиг его знает. Вези, ну, знаешь, что везти? Везти? Давай. Вези эти большие трубы. Да. Вези моторы. Конвейер, эти пластины. Как его? Пластины, именно декоративные, которые есть. Да, но они уже называются просто пластины. Интерьерные или какие? Да, ну, да, 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 да. Так. Но сейчас они просто пластины, по крайней мере. Ну, это уже разница перевода, потому что у меня ничего не поменялось. Так, и трубы большие, вот с трубами, по-моему, беда. А, так, нет, есть трубы. Делай. Так, с куда тебя эти маленькие, блин, конвейеры эти? Конвейеры вниз. Вниз два, по два с каждой стороны. Почему-то они, блин, какие-то квадратные стали, смотри. Ну это ж маленькие. Маленький это корабль. Нормально, да? Это норм. Так. Нормально так? Да, да, да. Теперь снизу нужно обычный конвейер поставить, квадратный. Сейчас будет. А у меня нет пластин. У меня тоже нет пластин. Так. Сейчас Сергей привезет. Я привез немножко пластин. Потому что я все, что были тут, я взял. Так, с мотора нужны. Так, это заваривать или что-то новое ставить? Ставь снизу. Под каждой штукой квадратный конвейер. Так, конвейер. И сюда мотор добавь. Так, раз, два.
добавь в них компонент. Так, тут добавил. Верхний там тут тоже. Тут компьютера не хватает. В смысле? Ну, там мотора не хватает. В верхнем? А, ну все уже. Все, добавил. Так, теперь... Тоже мотора не хватает. В самый-самый верхний. Смотри. Ну он да, как сейчас... бы работает, но... Мотора есть. А? Все. Все. Теперь. Еще буры. Еще буры, да, спереди нужно поставить. Можешь вставить или мне поставить? У меня ничего не делается. Да все уже ставлю. Отлично. Варим. Так, я думаю, что это было бы неплохо все скрепить. Стальных пластин нет. Скрепите снизу тоже. Сереж, есть стальные пластины? Нет, не взял. Хотя... Нет, тут они есть внизу сейчас. Сейчас по... добавлю. По крайней мере были. А нет, ни хрена нет уже. Хм. А о, знаете тут... что? Тут куча серебра и железа нашел. Да, знаете что сейчас сделаем? Наверное не так. Есть еще для труб? Решетки нашел. Для труб? А что там надо для труб-то? Пластин. Я, знаешь, что думаю сейчас. Так, теперь подожди, сейчас перепроверю, ничего не развалится, если я это сделаю. Нет, не точно. Ну, сейчас вроде не должен. Вот тут посредине поставить обратный конвейер, а по бокам к нему присоединить еще по две трубы. Зачем? Подожди, наверное, отвалится, да, отвалилось. Ну. Распиливайте, как раз не хватает этих пластин. Камаль, у тебя есть пластин? Да. Добавь в этот бур четвертый. Там пластин не хватает. Но который не достроен. Все хватает. Всё. Так, что ты куда хочешь поставить? Тут труб. А, смотри, сейчас делай с каждой стороны внутрь. По трубе, по типа. Так, конвейер тюб. Вот он. Это вообще что за махина будет? Я так и не понял. Это будет машинка, которую поставил, включил двигатель, она сама копает себе дыру и сама в ней едет внутрь. И доезжает до другого конца и строишь новую, да? Нет, общем, потом перевозишь или переезжаешь. Все. Она без гравитации, типа, не упадет. Она должна быть со своей гравитацией. Так гравитацию поставим где-то рядом, ради бога. Генератор гравитации просто. Так она не провалится в бесконечном пространстве. Она, скорее всего, до конца доедет, а дальше... Мы сможем каким-то образом прикрепить генератор гравитации в саму машинку, и она будет ездить по кругу. А? То есть она будет по астероиду кататься по кругу. А если, допустим, внутри, он как будет, интересно, копать? Круг внутри прокопает. Не, знаешь, как можно построить? Можно построить буры прямо снизу, под колесами как-то. Чтобы оно копало. Ты хочешь вот здесь воронку поставить, типа возбросить? Нет, теперь вперед. Нам нужно чуть-чуть просто вывести. Это чисто чтобы соединить буры, чтобы они как-то были синхронизированы. Тут нужно уже трубу устроить по стандарту. Типа конвейер? Ну да, конвейер. Ты сейчас конвейер строишь? Не, у меня сейчас нет деталей на конвейере. Я делаю для него. Да что такое, почему я ее повернуть не могу? А, посередине трубу? Да. У меня нет пластин. Интересно. Есть пластины? Что? Эта труба не хочет поворачивать. О! Вот теперь хочет. Так, здесь две трубы, да? Да. Да мы же можешь больше, строй несколько сразу. 3-4. Так, мне еще, по-моему, мешает. Да. Добавьте мотора в них, то мотора не хватает. Так, теперь это все добротненько скрепим этой. Как это чё? Двигатель не забыл добавить? Не, я везде все вроде добавил. Все сварил. Двигатели, в смысле двигатели. Тормозные, разгонные. Камаль. Что ты мне хочешь? Двигатели. Рано двигатели. А пластина нужна, ребятушки. Какие обычные, эти декоративные? Декоративные. Сейчас снимем солис. А где? А поставь посредине, ну, кабинку. Я думаю, ты понимаешь, как ее поставить. Угу. Я вроде понял. Сейчас. Так, я походу наоборот. Вот так. А, блин. Что-то я. Я хочу у тебя
усомниться в тебе, но ты, кажется, поставил вверх ногами. Да. Блин, но слушай, не вверх ногами, точно. Наоборот. Немножко наоборот. А похоже было. Да ем. Просто ставь, я возьму. Если у тебя проблемы с инверсией. Я его поверну. Что-то у меня проблемы с поворачиванием. Да, ставь ее как-нибудь, я возьму пластину, поставлю нормально. Как-нибудь поставь. Сейчас. Я уже близок к этому. Во. А, у тебя поворачивается, но ты... Да. Что-то после Робокрафта очень тяжело стало управляться. Раньше вроде нормально, а там же мышка, колесико мышки просто крутишь, и он выставляет в нужном. Да, понятно. Экраны нужны. Экраны. Так, сейчас привезу экраны и бронированное стекло. Я, совсем разучился так их крутить. Да, это непривычно, это сложно. И эти моторчики принеси, если сможешь. Моторчики? Просто моторчики? У меня еще есть 35 моторчиков. Тогда я не привезу. Нет, именно моторы, для детали для мотора. А... Что там нужно-то? Так, я привезу. Ты куда ходишь? А, блин, стоп. Надо в улице посидеть. Надо строить... Так, бронированное стекло. Так, и экраны, да? Блин, до хрена так всего строится. Экраны. Сейчас экраны сделаем. Там чемоданы все ветки забили. Производство. Да, чемоданов просто до хрена уже. Так, с экрана пластины сейчас возьму. Что еще взять-то? Так, а что там для этих моторов-то еще надо? Так, я вот сейчас боюсь отцепить, но, наверное, все-таки можно. Что ты хочешь отцепить? Опять? Так. Я на всякий случай сохранюсь даже перед этим. Да нет, тут можно отцепить этот блок. Если что, я ничего не говорил. Он мне нравится. Так, сюда мы поставим... По дороге ремонтируем нашу станцию. Да, помяло с моторами. Не знаю, мне кажется, это... Куда что ставить? У меня детали есть. А, сейчас достроим. Мотор ставь вот сюда. Сейчас дострою... Эту нашу. Вот сюда, на красную точку ставь. По мотору. Моторы? Ну, в плане... Так? Да на красную, а не возле красной. Красные точки или красный кубик? Прям на красную ставь. Все на красное. Я понял. Так, ребят, компьютер. Напомните мне через 15 секунд, что мне нужно наполнить энергию. Да, все забудут. Интересно. Где он, в Олис посиди? Перекури. Так, тебе пошел. Нужно пополнить энергию. Виу. Так, Аньки. Колеса? Теперь можно. Мы тебе не мешаем? Я вам не мешаю? Вообще мешаешь. Так говори. Ты нам мешаешь. Я просто пополняю энергию. И параллельно нам мешаешь. На остальных пластин нет, чтобы колеса привернуть. Пользуюсь моментом. Нужен компьютер. Ты перед ним сидишь. Тут два нужно. Какая шутка. Зашутил, так зашутил. Шутки за 200. На барабане. Блин, опять закрутился. Как остальные пластины нужны? Бать сюда. Сейчас включи тормоза. Я уже боюсь колеса ставить. Да, включи тормоза. Так, тормозной момент, да? Тормозной момент. Блин. Как выйти теперь? Все. Берешь. Выходишь. Стальные пластины добавь. Я опять... Куда тебе добавить стальные пластины? В колеса.
А в ту штуку не нужно двигать? Эту штуку тоже, да. Нужно. Решетки. О, тут все есть, отлично. Сейчас мы достроим колеса. Ну все белое, просто все белое. Красное почему-то. Главное эту штуку теперь не протерять, как обычно. Добавил? Не отцеплять. Система жизнеобеспечения. Тебе напомнить? Или ты сразу? Как low skill. 5. Блин, одной трубы не хватает. Так, 10, 40, 8, 4. Ну, блин, дофига надо. Что надо? Да я тут потихоньку хитрый план придумал. Давай большую трубу, если она у тебя есть. У тебя есть большая труба? Или она у тебя маленькая? Камаль! Что такое? Большая труба есть? Убери болгарку. Это болгарка? У тебя в руках болгарка. У меня какие-то лаги жесткенькие. Сварка. У тебя болгарка, вот у тебя не лаги. Сейчас я привезу, а то ты бестолковый какой-то. Такс. Сереж, ты что тут, отдыхаешь? Да я там потихоньку хочу тут замутить. Переходик такой. Блин, почему у меня показывается... Не знаю. Что у тебя показывается-то? Что-то вообще какие-то лаги обидные, просто пипец. Потому что все уже, пора спать. Может быть. Так. Как бы этот мостик шире сделать, чтобы там два человека расходилось, где конвейера. То постоянно будет там... готово колесо. Во. Да я же говорю, что раньше говорил. Какая-то у нас странная получилась конструкция. Посередине, где должна быть твердое крепление, скажем так, ось, у нас проходит конвейер. Ну, конвейер тоже блок. Нет-то. Ну да. Давай, Камаль, достраивай эту. То, что я вижу в этом проекте. Явно не. Не то, что видит Камаль. Не то, что видишь ты. То, что я вижу, просто дальше и там еще два колеса. Мне кажется, это не совсем так. С кем ты разговариваешь вообще? Да и... Я не просто игра лагает у тебя. Вообще какие-то лаги непонятные. Сам лагаешь. Ты не употребляй больше. Да. Как ты умудряешься вообще их ставить сразу и правильно? Вообще, ну, пипец. Просто есть такая штука, мне повезло вообще по природе. У меня руки не из жопы. Блин, дисплея не хватает. Обманули, а? Так. Ну, пусть 100 дисплеев произведется. Лишними не будут. Так, что-то мне кажется, я знаю, как здесь все должно быть дальше. Ты просто невероятный. Почему невероятный? Сейчас я покажу, как все будет. Так. Вот так. Возможно. Сейчас посмотрим. Никс. Я поэкспериментирую просто. Если что, не ругайся сильно. Что ты делаешь вообще? Такс, нет. Камаль, нет. Что нет? Посередине ставится у тебя? Нет. Мне тоже не ставится. Что-то я... Даже тот, который ты думаешь сейчас ставить, он тоже не ставится. Не ставится, не ставится. Я тоже так подумал. Тогда знаешь, как сделаем? Нет. Поднимем всю эту конструкцию аж на один. Да? Давай. Ну ладно, мы, наверное, достроим, я думаю, снимать это все. Это еще надолго, да, затянется? Да, тут, я думал, тоже быстро, но. Камаль хочет прям все красиво. Сразу эпично и красиво, чтобы было. Так что это надолго.
Поэтому, друзья, думаю, все. С вами был Сишок, Сергей, Вакот. Как? Ладно, Сергей, Вакот, Сишок. А лучше Вакот. Вот так. Мы желаем всем удачи. Всем пока. Адьос. Ребята, я с вами тоже прощаюсь.